Ну вот первый котенок родился, и сразу же сосок нашел, присосался котеночек, рыженький родился. Это первые роды. Да, первые роды, кошечка молодец. Хорошо родила так, без проблем. Молодец, хорошая девочка. Поздравляю тебя, ты стала мамой. Но там еще будут котяточки. Вот она бережно вылизывает его. Молодец, какая киска. Такой вот инстинкт. Первые роды и все знает, что надо делать. Молодец. Никаких курсов не проходила. Природа все подсказала. Ну да, молодец, молодец, хорошая девочка, хорошая. Красавица, красавица, да. Да, молодец, сейчас еще буду, да, котяточки, не переживай. Да. Ну, теперь я знаю, почему котята рождаются слепыми, потому что кошка сразу начинает их вылизывать, чтобы глаза не повредились. Они сначала слепые, только через несколько дней у них открываются глазки. Язык у кошки очень шершавый. Вышел послед, и она его съедает тут же. Молодец, молодец. Молодец, хорошая девочка. Ты все правильно делаешь. Молодец. Молодец. Вот так. Хорошая девочка, хорошая. Вот кошка все тщательно вылизывает, чтобы не создавалась среда для развития микроорганизмов. А котенок уже питается, уже нашел сосок и активно кушает, пьет молочко. Ну, молодец, молодец, киска, да хорошая девочка, хорошая.
Молодец, молодец, хорошая девочка, да, я тебя похвалю, поглажу. Ой, он мяучит. Вот он, котеночек твой, смотри, вон он, красавец. Да, вот он твой красавчик, да, молодец, киса, молодец, мама хорошая. Хорошая, да, молодец, молодец. Да, а у тебя вторые роды пошли. Да, да, да. Ты не знаешь, что делать. Да что делать? Он плачет. Я знаю, тебе надо второго рожать, да? Так, ты меня-то не пачкай, киска. Молодец. Да. Куда ты его потащил? Поближе ко мне показать, да? Молодец. Похвастаться, да? Похвастаться хочешь своим первым котиком, да? Молодец, девочка. Красавица ты моя, красавица, молодец. Да молодец. Хорошая девочка, хорошая. Замурлыкала киска. Мамаша хорошая, хорошая. Все нормально, все хорошо. Вот она поддержку даже ищет. Вот. А котенок ищет сиську, да? Вот она замурлыкала. Такая вот радость у нее. Котенок родился. Да. Вот первые роды у кошки прошли. Она, кажется, уже второго собирается рожать. Там какие-то вроде схватки начинаются там. Мурлычет, а котенок, видимо, как-то чувствует. Вот и лезет, ищет, где ж там у мамы сиська? Где ж там сиська у мамы? Сейчас найдет. Да, Симочка, хорошая девочка, хорошая. Вылизывай его еще, полежи еще там. Чувствует, что сейчас будет снова роды. Да, следующий, кажется, он уже там на подходе. Она немножко устала. Хочет отдохнуть. Сейчас немножко отдохнет. И продолжит. Умываться надо. Надо умываться. Вот мордочку помоем. Вот она его как тщательно вылизывает. Чтобы он был абсолютно сухой. Вон там еще пятнышко осталось. Она еще не дошла до него. Ну дойдет, дойдет, да? Да, вот он еще и разговаривает со мной.
Так. Маленько, давай. Тушься. Тушься, давай. Ну вот он следующий появился. Наполовину. Вот он. Так, а тут мешается только первый сейчас. Что же она будет делать? Не буду пока вмешиваться. Так, ибо надо как-то убрать первого. Наверное, придется мне это сделать, помочь как-то. Так, это и надо его вылезать, да, но вот у него ротик открывается, значит он дышит. Все. Такой же вроде бы как рыженький. Этот рядышком первый. Там. Какой из них плачет? Это первый мяукает, внимание к себе просит. Для нее сейчас второй важнее, надо с ним все процедуры необходимые сделать. Вот второй благополучно родился. Мама тщательно его вылизывает.
очень много вод отходит. Кажется, немножко потемнее, чем первый, либо просто, может, из-за того, что мокрый, такое впечатление. Первый прям уже такой самостоятельный, кажется. Хотя на полтора часа старше. Вот второй родился. Интересно, сколько у нее, два или три будет. Также тщательно она ухаживает за вторым, как и за первым. Теперь она уже опытная. Это ее второй ребенок. Уже знает, что делать. Практика есть. Молодец, киска, молодец. Это второй так громко кричит, оказывается. Маму зовет. Да. Какой громкий-то, надо же. Да, громкий у тебя. Второй-то какой крикун. Он кушать же хочет тоже, Сима. Сима, что ты будешь с ним делать? Он же тебя зовет. Да, его покормить надо. Он кушать хочет, голодный. Да. Он, кажется, чувствует где-то.
самка доберется, да, нашел, почувствовал. Сейчас будет сиську искать тоже. Поэтому инстинкт показывает, подсказывает, что нужно делать. Да, она тоже мурлычет. Показывает ему тоже звуками, где она находится. Так, ну тут вот первый уже забронировал все сиськи всем корпусом. Как вот теперь этому второму добраться до заветного соска? Это не так-то просто. Но он очень такой упорный, настойчивый. Да, по линолеуму скользко. Вот, но тем не менее, у него и передние лапы задействованы, и задние. Кажется, он что-то там нашел. Вот второй никак не может найти сосок. Хотя уже ему, вот кажется, сейчас найдет. Вроде как цель близка. Вот что-то ему мешает ухватиться за него. Первый-то он уже опытный, он спокойно сосет, а вот второй что-то никак. Да, Симочка, у тебя, кажется, еще будет третий. Могу тебя обрадовать. Вот, кажется, снова начались схватки. Обычно перед схватками она начинает, да, голос подавать. Да, 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 маленькая. Ну давай, давай. Рожай, рожай, давай. Давай, 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 рожай. Вот он полез еще один. Да, и вот он как-то не головой, а ногами полез. Вот в чем сложность. Да, это сложно уже. Я думаю, она справится с этим. Она перешла на другое место. Давай, 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 рожай, рожай, рожай. Давай, 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 солнышко, давай. Тяжело, тяжело, да. Так, но тем не менее, вот он выходит. Голова еще осталась вот у него. Голова никак не уедет. Лапа застряла. Еще давай немножко еще. Да, насколько я знаю, не очень удачно. Так, вот этого, чтобы не мешал, я его просто сейчас уберу в стороночку. Пока. А, вот он вылез уже. Все отлично. Отлично. Это головка у него. Вот она вся. Полностью.
Так, только он что-то, по-моему, не дышит. Не могу понять. Так, ему надо, чтобы она облизала ему пасть. Мордочку. Он зашевелился. Все, задышал. Отлично. Все в порядке. Ну, хорошо. Пуповина еще его держит. Он, пуповина еще там. И послед еще не вышел. Вот она пленку с него слизывает. Вот эти вот рядышком котятки друг с другом общаются. Вот, а мама старательно вылизывает третьего своего ребеночка. Вот так. И никаких курсов она не проходила. Все, и интуиция, природа подсказывает. А вот послед выходит еще. Да, послед с кровью. И она должна перегрызть пуповину и съесть послед, чтобы никаких следов не осталось. А этот котенок уже другого цвета немножко. Давай, перегрызает пуповину. Вот, освобождает таким образом дорогу в этот мир. Отделяет своего котенка от себя. Ну, он такой пока лежит, такой медлительный. Он зашевелился. Понял, что о нем разговор. Вот эта пуповина, она и послед, это ей пригодится. Это все питательные вещества. Ей надо кормить своих деток. И все это пойдет на пользу. Вот эти пока вот мирно ждут появления братца или сестренки, пока еще неизвестно, кто это. Вот она активно вылизывает себя, делает обработку гигиеническую. А это сейчас они такие некрасивые, потом приведет себя в порядок, будет шикарная, красивая кошка и замечательные котятки. А все новое появляется на свет вот так вот, некрасиво, с кровью, ну такова жизнь. Вот эти уже получше выглядят. Ну, он зашевелился, зашевелился. Да, у него совершенно другой окрас. Он такой, видимо, черно-белый будет. Вот это третий котенок. Сколько сейчас времени, посмотрим. 11:44. Вот. Почти 3 часа разница между первым и третьим. Интересно, третий сиську быстро найдет. Я, насколько понял, второй так еще и не нашел сосок, еще голодный до сих пор.
так вот в природе это у диких животных происходит. Если вовремя сиську не нашел, все, погибает от голода. Ну, третий достаточно активный. И вот он ищет уже сиську. Интересно, как быстро он ее найдет. Направление он выбрал правильное. Ну, вот у меня такое впечатление, что он прям вот близок к цели. Или уже даже дошел до цели своей. Вот он ищет. Хотя вот родился последний. Пока, ну, смотрим. Пока еще не вижу, чтобы он присосался прямо к сиське. Пока в поисках. Сейчас она загораживает лапкой, пусть она себя умоет, а я потом продолжу съемку. Продолжает умывать своего третьего ребеночка. Вот, но он пока тоже до сиськи не дотянулся. Куда-то он все выше и выше пытается забраться. Ну-ка, ну-ка, цель близка. Хочется, конечно, этот момент заснять. Приобщение. Ну, как она его тщательно вылизывает, ухаживает. Ну, и о себе тоже не забывает. Интересно, третий это последний или еще четвертый будет? Говорят, что первый раз 2-3 только бывает. Ну, вот мы уже 3 видим. Ну, четвертого, наверное, не надо уже, потому что и тяжело будет выкармливать. Ну, эти зашевелились, проснулись, поспали немножко, все, проснулись. Вот это уже подсох, такой рыженький, яркий стал. Так что первого назвал рыжиком, но он, скорее всего, не рыжик, второй рыжик, а первый такой у него цвет интересный. Такой бежевый. Ну вот, наконец-то второй нашел сиську и активно теперь присосался к ней, кушает. А третий пока еще не нашел. Ну, видимо, какая-то хронология должна соблюдаться. Посадки за стол. Ну, я думаю, что третий тоже скоро найдет свое место в жизни. Во всяком случае, он предпринимает активные к этому действия. А кто ищет, тот всегда найдет.
уже первый котенок проголодался, вернулся и тоже моментально нашел сиську, кушает. А вот третий пока еще, вот она перед ним прям сосочек, но он никак не может до него почему-то дотянуться, понять, что ему надо делать. Ну, я думаю, что скоро он, у него должен сработать этот механизм. Но он что-то вот пока, видимо, устал, отдыхает от борьбы. Все это время он пытался найти сосок, но все время его мордочка мимо него проходила. Ну, вот сейчас, может быть, он его найдет. Нет, опять мимо. Не знаю, почему так происходит, но вот сами видите. Первый и второй сосут молоко, а третий пока еще нету. Пытается отобрать, видимо, вот таким образом получить его. Может, так получится, действительно. Ну, пока тот не отдает ему пальму первенства. Ну, вот же перед тобой сосочек. Переешь. Нет? Слишком доступно. На виду, вот, пожалуйста. Вот. Ну вот, наконец, и третий котенок нашел вожделенный сосок. Правда, он не лучший, потому что из него уже часть молока высосал второй котенок. Ну, что-то достанется и этому. А уже следующий прием он сможет найти более такую благополучную в отношении молока сисю. Так что все нормально. Три котенка. Все замечательно. Ну вот, прошло несколько часов, 4 часа после рождения последнего котенка, третьего. И вот мы видим, вот какие они уже стали. Она их вылизала, мама, полностью. Вот они пушистенькие, покушали, все сытые. Вот. А мама вот только сейчас вот от них отошла, все время ухаживала за ними, вылизывала. Вот они сытые, даже не мяукают. Вот, правда, они ее потеряли, и сейчас вот не совсем понимают, что происходит. Вот, но ведут себя очень спокойно. Такие котята. Ну, вот она сходила, попила водички, вернулась. Вот, и теперь она себя обрабатывает и приводит в порядок. Котята в порядке, теперь себя надо привести в порядок тоже.